Ты сейчас к большой камере, Наташа. Так. Это заболели. Все заболели, девочки. Холодное помещение, замерзли, заболели. Вон, под капельницей. Второй день. Тоже. Температура. Все температуры, девочки, в таких условиях. Ну как можно, как можно медперсонал загонять сюда? Здесь сушилось белье. Сушилось белье. Вот. Все под капельницей. Вела Наташа. Ей медленно капать. Ей медленно капать.